Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Return to Castle Wolfenstein. Что ж, что у нас сегодня за задание-то, я уже что-то не помню. Так, перейдите Банненбургскую дамбу, найдите дорогу к деревне Паддельбоун. Ё-моё. Так, короче, нам надо пройти дамбу, да? Окейушки. Так, ну я думаю, нас звук спалит, надо бесшумно пока. Осмотримся. На вышке вроде никого. Да, на вышке вроде никого. Ну хотя хрен знает, может там кто-то по лестнице рядом. Там точно один чувак, наверное. Тут ничего, один он патрулирует. Еще там небось палочка. Да, он пулемет, наверняка на пулемете кто-нибудь сидит. Один он на вышке патрулирует. Думаю, надо с той вышки снять. Блин, далековато, правда, но... Вариантов особо нету, потому что эта зараза мешается там. Просто если я туда пойду, он меня точно заметит с такой дистанции, с пажек там. Надо бы снять. Сейчас от света уйдет. Давай-давай, иди дальше. Во. Опа. Готов. Так, готов. Этот не среагировал. Этого я боюсь сниму, блин, кто-то заметит. Хотя... Попробуем. Тихо. Так, пока вроде лежит. Так, ну пока ты его вроде никто не поднял. Так, давайте-ка с глушаком. По-тихому, незаметно. Бля. Заметили. Полускилл, мать его. Сразу всех. По-тихому, видно, не получится. Так а как мне туда-то? Сосиски, где сосиски? Тут же в прошлой части говорю, что тут сосиски, я чуть не пойму. Нет, все в бочках еще одна, а сосиски что, в ящике? А, хрен с ними. Давайте-ка вниз. Йо, высоко. Надо осторожно. Осторожность прежде всего. Гефах... Что это значит по-немецки? Осторожно, что ли, уйди. Чё-то у вас лучше. Как надоело по-тихому все делать. Причем следующая миссия тоже стелзовая. Издеваются. Нет, я точно помню следующую миссию. Ну-ка. Тоже точно стелзовая, ну блин. Йо. А это так пошел, как ничем не бывало, да? Так ты его не успел поднять. И не успеет. Запил там. Там ничего, там ничего. Тут вообще не пойти. Что тут у нас написано?
Ну-ка, лифт. Погнали. В бане смысла тихо уже не вижу. И так уже все спалили. Тебе мало, что ли? На меня-то зачем? Тихо. То же самое. Так, аптека мне не нужна. Хотя не, одну можно. Тихонечко. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Господи, это дверь всего лишь, я уже испугался. Там-то наверху, наверное, ничего, я так думаю. Хотя... Тут жрачка, пиво. А вот пивасик надо. Немецкое пиво, не фильтрованное, это вам не матча, который в магазинах подают. Блин, я бы такого выпил, не отказался бы. Настоящего немецкого пивка. С этими, как их... С сосисками ихними. Блин, я жрать захотел. Да ничего, все окей, не беспокойся. Куды? Все? Запнись. О. Я надеюсь, мне сюда. Очень на это надеюсь. Иначе это эпик фейл. Ползем неведомо куда-то, ля-ля. 100% бани, кстати, радует. И никого нету. Добыть такого не можешь, чтобы тут никого не было. Не, реально, такого быть не может. Да-да-да. Это уже слышали. Тут никого, походу. Всем лежать. Какого? Скотина. Тут ничего, был не жилет. Который мне нафиг не нужен пока, слава богу. Патрончики. А тут чё? Не, не должен. Посмотрим-ка, что тут еще. Я пропустил что-то. Е-мое. Да это назад. А тут что, внизу ничего, что ли, нету? Да не, не может быть. Аптеки вижу, только толк у меня от них. Ладно, давайте возьмем одну аптеку, потом будет жилет. Шлем, точнее. Чтоб по 100 раз потом не бегать туда-сюда за здоровьем. Ну вот самое обидное, насколько я помню реально, вот следующая миссия, это чисто стелс вообще. То есть, заметьте, вообще не должны никак. Иначе миссия повалена будет. Это капец. Так, мне не туда. Сюрприз. Надеюсь, в этом толчке никто не сидел. Да ты чё? Ты знаешь, что я здесь? Фэр дезауте... Йо, ну это немецкий, я хрен помню чё.
My Germany is sucks. Все открыто. Окей, все, миссия, походу, закончена, да, точно. Так, я думаю, все спрашивают, что я тут. Короче, блин, игрушка все-таки вылетела по загрузке уровня. Да, не знаю почему. Да и не важно, почему это вылетело или нет. Сейчас, в общем, если вылетит, то придется отрубить флапс и попробовать что-то другое. Остановите его! Меня не остановит. Так, надеюсь, не вылетит. Так, флапс я на всякий случай отрублю. Итак, в общем, как я и говорил, был глюк с переходом на уровень, короче говоря. В итоге вышла такая хрень, что, как я опять же пытаюсь, при загрузке следующего уровня, когда мы переходим на следующий уровень, игрушка тупо зависала. В итоге все вылетало на рабочий стол, я как понял, это опять же из-за широкоформатного разрешения. То есть из-за того, что я поставил через консоль 1280x720 точек, в итоге мне пришлось сначала заскринить в обычном разрешении, не широкоформатном, точнее просто в обычном разрешении, сменить на обычное разрешение, не широкоформатное, блин, дойти до того момента, где переход на уровень идет, потом заскринить загрузку с текстом, скриншотами заскринить, да, мало ли кому-то надо, это интересно будет почитать. Потом эти картинки пришлось растянуть до широкоформатного разрешения 1280x720, мать его. И после того, как я загрузил этот уровень, который сейчас вы увидите сейчас. Да, собственно, вот он. Хотя нахрен скринить. Да, тогда скриншоты я впихивать не буду, растягивать. Да, блин, короче, суть такая, что вот пришлось все менять разрешение у нас по 20, пока этот момент спокойно не загрузится, и тут уже вернуть обратно широкоформатное, блин. То есть, да, широкоформатное разрешение в этом только из Wolfenstein поддержится в прямом смысле через полную жопу. Так или иначе, я рад, что мне удалось все это исправить, потому что хочется все-таки игрушку полностью пройти, несмотря ни на что. Давайте-ка все-таки уже на маленькой теме вернемся. Бля. Тревога. Сейчас я повалю миссию, походу. Не, я перезагружу. Что? Это, ибо это фейл фейлов. Тихо. Всем тихо. Без палева постараемся. Ё, мне еще станет моё хачи Тедера. Генерал фон Спауну. Ё-моё. Охренеть. Я и забыл, насколько это задание геморройное. Капец. Splinter Cell в действии, мать его. Благо, у меня имбот. Так, там меня не посекли. Тихо. Без палева. Так, вроде бы я потихоньку пошел. Главное тихо, быстро снять одного и второго. Закройся, закройся. Так, значит, я еще не убил его, да?
Так, значит, где-то он наверху, наверное. Пойдем посмотрим, где этот человек, которого устанет надо. Заходи, моя дорогая, мы быстро управимся. Я скоро буду. Чё? Заходи, моя дорогая, мы быстро управимся. Сейчас зайду, милый. Я иду, милый. Тихо. Так, моего убрали. Осталось еще ее 4 чуваков. Че, он так быстро хотел упариться? О, венцо. Нормально так. Хотя, может, это и коньяк, но да похуй, ну. А где чувиха? Да. Причем, заметь, не отворачивается. Да, быстро управится. Чувак, конечно, опоша, быстро управится, блин. Я бы быстро не управился. Ладно. Не в тему разговора, а то будет. Нам еще 4 ребят снять. И надо, чтобы нас не заметили. Там вообще в натуре. Заперто, мать его. Не люблю вот такие задания, блин. Где стелс чисто решает? Где чисто, мать его, стелс? Скотина, спалил. Так, я надеюсь, тревогу никто не поднял. На всякий случай, отдельный сейф. Чтобы если чё... Твою мать. Блять. Уже пофиг. Блин, да тут снайпер не снят еще. Да блин. Загрузка что, не пашет? Какой хил? Да какого? Блин, что за... Поебень, паси господи. Капец какой-то. Ладно. Только тихо. Ладненько. Красиво тут. Цветочки, все дела. Я, конечно, понимаю, я красавчик, все дела, но, блин, не до такой же степени, что все бабы сознание теряли. Гутен Морген. Кстати, она что, медитацией занимается? В воздухе висит. Фью, капец. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду-т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 у-д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 у
Я что-то не понял, что это... Они что, все зависли, что ли? Ладно, неважно, зависли или нет, но одним меньше.
Не люблю классику особо. Окей. Так, отличный вид открывается. Только я все равно ничего не вижу, мать его. Обломно. Да хв... Нет, я попробую еще раз, ну-ка. В жопу нафиг это место. Просто нафиг. Богом проклятое место. И считаю их. Ребят, что с вами творится? Это что за? Я вообще не пойму, что за глюки. Игру глючит в прямом смысле. Может перезагрузиться? Ибо это маразм. Господи, ладно. Чё-то мне кажется, они даже меня не замечают. Давайте-ка проверим. Повалю миссию, так повалю. Тем более мне двоих снять осталось. Они некоторые стоят. Но не все, правда. Ту-ду-ду-ду. 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 Вообще в натуре капец. Это ж как игру глюканула. Мама одна, её ковный бабай. Зайди, что ли, внутрь. Согрейся немного. Опять какой-то извращенец. И к кому тут внутрь заходить, а чё? Да-да-да, ёб, блин. О, стой, батюнь. Пиндец, мать его. Что за галюки пошли, ё-моё. Галлюциногенная сторона, мать его. Галлюциногенных грибов, что-то кто-то переел. Не понял. Какого? Че за херня с игрой творится? Че за капец? Я куда-то вообще переместился, что ли? О, походу все, очнулись. Кто-то бухой. А, это ты, Вилли? Да, это Вилли. Блин, буха обожался, капец. Call me a little Willy. Да долбанутая кресло. Ужас. Просто мать его ужас. Доброе утро. Пожалуйста, не убивайте меня! Я ничего не сделал!
В этом-то вся и суть, ты ничего не сделала. Твою маму, а. Так одного где-то попустил. Генерала какого-то, мать его, где-то пьяный немец. Причем, судя по голосу, в стельку. Блин. Лату 1900 какой-то, ё. Not bad. Окей. Бежать. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Так, я одного не убил. Ладно, пошли искать последнего засранца. На всякий случай. А то мало ли. Где этот последний немец? Как его там? Гениал. Я вроде помню, он где-то на балконе каком-то был, вроде бы. Но если бы не эти глюки, я бы уже давно сориентировался. Сколько нычек? 120? Да. Такое возможно вообще? Или у меня уже галлюцинации? Ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Куды? Все. Тебя не спрашивают, не смотри на меня. Ну все, валим нафиг. Да у дом какой-то, мать его. Честно слово. Вообще какой-то маразм творится. Так, я откуда пошел-то? А, вот туда выход там будет. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду. Так, сохранимся, потому что мало ли опять. Придется разрешение менять, я долбанусь каждый уровень. Разрешение, мать его, менять. Надеюсь, это дерьмо не случится. Так, ну на этом, я думаю, пока все. Да, сегодня и так какой-то глюкнутый день в Вольфенштейне. Вылеты, глюки, зависание, смена разрешения. Короче, полный пипец, я это все объяснял, и видно, нормально даже не объяснил, так что никто ни хрена не понял, ну и не суть. Короче, да, игрушка хоть и хорошая, но из-за ее усталости и записей приходится, конечно, с настройками возиться капитально, мать его. Ладно, надеюсь, всем хоть это нравится, смотрите, я не замучусь. Так что на этом, да, всем спасибо, всем удачи и всем пока.